Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных причинах запора у собак. Запор – один из главных симптомов нездоровья собаки. Внимательный хозяин всегда заметит проблемы со стулом у своего лающего друга. Обычно диагностировать запор можно, если питомец не ходит в туалет более 1-2 дней. Из-за чего у собаки может быть запор? Давайте разбираться. Первая причина – неправильное питание. Например, если питомец потребляет много сухого корма и при этом мало пьет. Также запор может быть вызван малым количеством клетчатки в пище или потреблением отходов. Однообразная еда тоже является причиной запора. Если проблема в питании, обратитесь за помощью к ветеринару. Он подберет рацион, подходящий вашей собаке и удовлетворяющий все ее потребности. Вторая причина запора у питомца – травма, например, если у собаки поврежден таз или спинной мозг. Также запор может быть вызван промежностной грыжей или ранами от укусов в области ануса. Третья причина – различные заболевания. Так, обычно запоры вызывают заболевания простаты, болезнь перианальных желез, новообразование толстого кишечника, гиперплазия и опухоли. Если вы подозреваете, что у вашего питомца есть что-то из вышеперечисленного, незамедлительно покажите его ветеринару. Следующая причина запора у собаки – инородное тело в кишечнике. Например, если питомец случайно проглотил игрушку или камень на прогулке. Также запор бывает из-за скопления в кишечнике большого количества проглоченной шерсти. Еще одна причина запора – ожирение и малоподвижный образ жизни. Следите, чтобы питомец не переедал, а также получал достаточные физические нагрузки. Также запор может быть вызван побочными эффектами лекарств. Давайте собаке препараты аккуратно. Если лекарство вызывает запор у питомца, посоветуйтесь с ветеринаром. Он подберет вашему лающему другу подходящие ему препараты. Ортопедические проблемы тоже могут вызывать запор у животного. Так, из-за боли в суставах собака не может принять необходимую позу, чтобы сходить в туалет. Теперь вы знаете основные причины запора у собак. Если вы заметили эту проблему у своего питомца, отведите его к ветеринару, чтобы врач точно установил причину запора. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!